вспоминали ситуацию с обострением на армяно-азербайджанской границе. И вот интересно, какие меры, какие усилия прилагает Москва для разрешения разногласий между Баку и Ереваном. И как, по-вашему, в связи с чем возникла эта эскалация? Ведь буквально недавно, судя по заявлениям, Ереван признал Карабах частью Азербайджана, и стороны вместе активно работали над согласованием текста мирного договора. Что же произошло? Вы знаете, я уже только что действительно это прокомментировала, мне нечего к этому добавить. Хорошо, спасибо. Тогда сразу к второму вопросу перейдем. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов сообщил о согласовании Москвы и Баку дат переговоров будущих о будущем российских миротворцев в Карабахе. Вот нам интересно, какова переговорная позиция Москвы по этому поводу на сегодняшний день. Ну, я могу сказать, что продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно деятельности российского миротворческого контингента. Наш диалог в этой сфере носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов перспективы возвращения армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности – организация совместного патрулирования, охрана памятников культурно-исторического и религиозного наследия.